Добрый день, дорогие друзья и партнеры. Сегодня я хочу рассказать вам о 5 интереснейших сайтах по заработку биткоинов. Это космические сайты. Чем же они интересны? Первое то, что это 5-минутники. То есть каждые 5 минут вы получаете свое вознаграждение. Причем вознаграждение не маленькое. От 100 до 20 тысяч сатош. Второе, чем они интересны, что вы можете выплаты с них видеть сразу и не сомневаться, платит сайт или нет. Можно здесь выводить на Faucet Box, на микрокошелек, и можно выводить сразу на кошелек SAPA. И в том и в другом случае вы видите свои выплаты. Давайте посмотрим, что это за сайты. Первый – Mars. Когда вы проходите по ссылочке, спускаетесь немножко вниз, здесь есть место для адреса. Я вам сначала покажу, как можно работать и выводить на Faucet Box. Вы вводите адрес биткоин-кошелька, вводите копчу, копча непонятная, и нажимаете кнопку «Give me my bits, baby». «Дай мне мои биткоины, крошка». Нажимаем, спускаемся. Бывает такая фраза: слишком много обращений к сайту, зайдите, пожалуйста, позже. В этом случае обновим и попробуем снова. Вот я выиграла 300 сатоши. Так как я вводила свой биткоин-кошелек, то деньги у меня ушли на Faucet Box. К сожалению, здесь на Faucet Box с этого сайта не выйти. Но у меня есть другой сайт Faucet Box, где я работаю. Здесь, как видите, 350 сатоши было отправлено на Faucet Box. Нажав правой кнопкой мыши «Открыть ссылку в новой вкладке», я попадаю на свой Faucet Box по тому же адресу, который я вводила. Я на Faucet Box, я на один кошелек вывожу. Что такое Faucet Box? Это микрокошелек. На него поступают мелкие выплаты, такие 100, 200, 300, 500, 1000 сатошек. Они копятся. Вот у меня указано, что 100 тысяч сатошек доступны к выводу. Я выбрала такое. Можно эту сумму увеличить. Но я выбрала 100 тысяч сатошек. И они пока до этой суммы не накопятся, они у меня на кошелек не пойдут. Здесь внизу, вот мы видим, вот Mars Bitcoin, 300 сатошек, это то, что я получила вот только что. То есть это платит. Чуть повыше Faucet Box мы видим transaction history. То есть вот последняя выплата у меня была 13 августа 2015 года. Я не очень много работала с кранами, поэтому у меня выплаты идут довольно редко. Если вы работаете интенсивно, то выплаты у вас будут почаще. С Faucet Box не надо сомневаться, они платят стабильно. Любые микрокошельки платят очень хорошо и стабильно. Так что переживать по этому поводу не надо. Так, Mars мы можем закрыть. Идем на следующий сайт. Sun Bitcoin. Солнце. С Faucet мы разобрались, что деньги поступают. Сейчас я уже буду вводить, я работаю все-таки сразу же напрямую на кошелек. Я вставляю почту со своего SAPA кошелька, и у меня туда пойдут. Из-за холла у меня копча плоховастенько проходит, приходится обновлять. Нажимаем «Give me my bits». Вижу, что выиграла я 500 сатоши. Я сейчас пройду по этим сайтам, а потом вам сразу же в кошельке покажу, как она выплачивается. Следующий сайт – «Сатурн». Все делается точно так же. Я опять же ввожу почту. Пожалуйста, только вы определите сразу же, будете выводить сразу на XAPA кошелек или вы будете на Faucet Box выводить. Потому что если вы будете менять, то у вас это будут уже другие аккаунты, и рефералы ваши не сохранятся. То есть куда уж вы выбрали, там вы и работаете, и приглашаете.
Так, вот видим 200 сатошек. Сатурн можно закрыть. Проходим Юпитер. Здесь 400 выигрыш. И остался у нас последний сайт. Я закрываю, чтобы он не грузил систему. Сайты поднимаю с закладок. Если вы хотите, можно сразу же 5 сайтов этих открыть и щелкать по ним по порядочку. Вводим копчу. И здесь опять 300 сатошек получила. И мы можем идти снова по сайтам. 5 минут уже прошло. И мы можем начать снова с Марса. И вот опять 200 сатошек. Теперь давайте проверим выплаты на Ксапа кошелек, как они поступили у нас и поступили ли. Заходим на Ксапа кошелек, чью почту я указывала в кране, валет. И вот смотрим, вот последний Марс биткоин 200, Венера, Юпитер, Сатурн, Солнце, вот они все пошли. Все сайты платят. И смотрите, очень быстро идет, и вот так по кругу, даже на этих сайтах вы можете собирать очень хорошие деньги. Если даже вы будете по минимуму выигрывать, к примеру, вы выигрываете не больше 100 сатошек, это минимум, то за один проход вы получаете 500. Если взять час, не 60 минут, а 50, 10 минут оставить на переходы между сайтами, то у вас получится минимум 25 тысяч сатошек в час вы можете сделать. Как видите, сейчас я вот за какой-то 5-6-7 минут я сделала 1700. То есть можно работать даже на одних этих сайтах. Вот этим они хороши. Значит, ссылки на эти сайты будут, как всегда, под видео. Другие сайты вы можете посмотреть у меня на блоге. Ссылку на блог я тоже дам под видео. Вот здесь заходите на страничку содержания и лучшие краны для заработка криптовалюты. Здесь много статей, можете посмотреть. Нажимаете эти лучшие краны. И вот здесь они все. Классика, FreeBitcoin, FreeDogecoin. Самый выгодный кран 3/9. Краны со счетчиком, автоматы так называемые. Лучшие игровые краны, западные сайты, сайты-старожилы. Вот они, краны, платящие сразу на Ксапа. Вот краны, работающие с FaucetBox. То есть по этим сайтам вы можете точно так же собирать на FaucetBox и сразу же видеть, что у вас деньги поступают. Не надо думать, как со многими сейчас новыми сайтами, платит он или не платит. Я краны, которые выплачивают сразу же на Ксапа и на FaucetBox, очень люблю. И работаю в основном с ними. Ну вот и все. Да, что еще не сказала? Вот когда вы получили свою выплату, увидели эту строчку, у вас здесь, вот где вы должны ввести адрес, у вас здесь появляются ваши реферальные ссылки. Приглашайте сюда друзей, 20% реферальных вы будете получать. Все. Больших вам заработков, полных кошельков. Всего доброго. С вами была Демакова Алевтина.